Всем привет! Мы в вот таком странном... О, посмотрите, что тут. Да, и вот... Тут вот что-то надо сделать. О, смотрите, какая-то книжка, но... Может, на эту красную точку надо ставить? Ладно. Тут вот такое. Тут надо выполнять всякие, видите, задания. Какая-то книжечка. Может, на красную точку встать? Просто я очень давно эта игра, я не помню. Так, стоим. Может, туда? Ждите. Ой, ребята, что я попала? Куда? If you found yourself here, then you know about the strange block-built world around you. Our adventurers spawned in the ocean, all alone. Learning to survive on the island not only taught them about this world, but also about themselves. And if you didn't know that, now you do. But enough about the past. Let's talk about the here and now. Our journey starts with venturing west to find answers. Where did our adventurer go? You'll be following in their footsteps. Somewhere out there must be the answers to my questions. Your questions. That's why you've left the comfort of the island. Who knows what you'll find or discover? Here is where your journey begins. Побежали туда, посмотрим, а ну-ка, а что, нельзя ломать? Давайте стекло накопаем. Где-то расскажу, где-то 2 минуты, я тут все рассказываю. Вот, чтобы так, типа, кидаться снежками. Теперь пап, уху, что прикольно, как откуда. А теперь не подходите, я вооружена. О, там что-то горит. А что, да? Сходи. Там горит. Тут так вот светится что-то. Ух, земля. Тут светится просто любопытно. А, это лава. Ладно, пошли. Пусть компас стоит. Компас. Да идти туда. Там где-то пишите. Кто-нибудь меня слышит? Эй, куда мне надо идти? Может, компас сломался? Ребята, может, компас сломанный? Или я просто не понимаю его, куда надо идти? Ребята, вы разбираетесь в компасах? Так сейчас же нажмите на паузу. Напишите мне в комментариях, кто разбирается в компасах. Куда надо идти? Куда показывает эта девочка? Куда? Может, реально компас сломался? Давайте проверим. Так. Да нет, вроде цел. Ну куда мне надо идти?
О, куда же мне надо идти, ребята? А как вы думаете? Куда мне надо идти? Может, мне надо на эту снежную гору идти? Вот, ну что же мне делать? Что я с ним делаю? Может, тогда снежки кидать? Вот. Ребята, скажите мне в комментариях, если вы что-то об этом знаете. Надо идти. Подскажите, может, мне наверх надо идти? Все, теперь он... Ой! Ладно. Может, он сломался реально. О, ну как? Есть идея. Так, нарисуем, чтобы не скучать. Ой, бачку. Улыбочка. Два глаза. Вот. Один. Ой, нет, что-то не так. Только уже... Да что ты? Неправильная лопата. Наверх такой. Все ломается. Ай, ребята, что же мне? Ай, ребята, мы сейчас... Просто... О, у меня все настроение. Ну, короче, все, пока, все, подписывайтесь. Всем пока! Все, тогда я, всем пока! Ну, все. Нет, тогда я, всем пока!